Родители пропавших без вести во время 44-дневной войны военнослужащих пришли сегодня к зданию правительства, чтобы потребовать от премьер-министра Никола Пашиняна найти решение и вернуть их сыновей. В беседе с News AM мать командира отряда, 28-летнего Геворга Карапетяна, Кима Аветисян рассказала, что никто из правительства к ним не подходил и не спрашивал, зачем они собрались. Эти мальчики полностью забыты. Как будто этого инцидента никогда не было. Мы пришли, но никто не спустился и не заговорил. Мы собрались из регионов и приехали. В октябре будет 2 года, как нет никакой информации от нашего ребенка. Так жить нельзя. Мой сын в неизвестности. Там столько структур, и никто ничего не говорит, сказала мать пропавшего. Кима Аветисян заявила, что они не могут получить четкую информацию ни от одной государственной структуры. Ни одна структура не работает нормально. Это не 90-е. До сих пор ничего не говорят. Следует отметить, что 5 из 40 военнослужащих попали в плен. 12 погибли. А остальные 23 военнослужащих и водитель автобуса пропали без вести. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.